48 лепшие районы и организации Гомельской области. На областной дошце гонору 48 назв. Тут представники усіх без выключения сферы экономики. Причем некоторые предприятия стали переможцами областного споборництва уже не у первый раз. Лепшие районы у своих категориях Добрский и Мазырский, які, до речі, сьогодні занесены еще и на республиканскую дошку гонору. Представнику Мазырщини на обновленной областной дошце гонору у вогулі шмат. Региональный узел Белпошти, районное управление Гомель-Аблгаза, Совгазкомбинат Зара, Лясгаз. Причем размова не только о высоких вытворчих показчиках. Подчас подведения выников увеличивалось усе. Все непросто, но коллектив со всеми задачами справляется. И у нас очень крепкая команда, и поэтому уже третий год подряд мы на областной доске почета. Поэтому в первую очередь большое спасибо нашему коллективу, крепкому, сплоченному, которому ставишь задачи и добиваешься цели. Урочистый сход – еще одна возможность подвести выники развития Гомельщины по шерогу позиций. Регион у троицы лепших областей Беларуси. И уже в этом году означен рост у всех основных показчиков, включающий экспорт товаров. Причем сегодня спецпартнеру, где запотребованная наша продукция, пополнился еще на 12 краин. Это в том числе Бангладеш, Камбоджа, Саудовская Аравия, Филиппины. Уклад профсоюзов у этот процесс переоценить тяжко. Зараз эта организация имкнется принимать удел во всех сферах громадского и экономичного життя краины. Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение. Каждый день все должны быть нацелены на результат. Право на труд – одно из основных прав, гарантированное нам Конституцией Республики Беларусь. Сохранение трудовых коллективов, обеспечение интересов трудящихся в ходе смены собственника, сохранение всех социально-экономических гарантий – эти и другие задачи, которые обязаны решать профсоюзы. Завтра святочная программа у Гомеля протягнется. Во всех районах запланированы забавляльные программы. Святочный концерт с уделом городского симфонического оркестра пройдет с 12 до 16 годин на площади Повстання. Спортивная программа с уделом выхованцев дитяче-юнацких профсоюзных школ отбудется на набережной реки Сож. Олег Сентюров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».